Хорошо, мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свой биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ларисы, под ногами. 37 тонких тел Ларисы находит всех интерферентов. Ну, у Ларисы ноги связаны по бедрам, как лассо каким-то. Найдем, кто это. Хорошо, дальше. И у нее ощущение, что он ее током, как током бьет. Голова и ниже. Энергии какие-то вокруг нее. Электрические разряды. Хорошо. Сейчас будем искать. Кто у нас в клетках? Сколько каналов? 2. Хорошо. Итак. Снимаются все маски, голограммы, все сущности. Представится гласно своему эфирному коду ДНК. А, значит, инкоп у нее внизу. Угу. Клеткой. И верхний это рептилоид. Но вот это электричество идет у нее. Отдельным каналом? То есть в ней нет установок, на нее сверху действует. Хорошо. Так. Я даю команду на счет 3, выстраивая от рептилоида канал ко всем остальным ответственным. 1, 2, 3, связанных по этой энергетике, по этому ДНК с Ларисой, и притягивая их в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Грей притянулся один. Так, Грей. Снимаются все маски и голограммы. От Грея выстраивается канал и притягивая всех остальных ответственных, связанные с Греем. 1, 2, 3. Нет, тут ответственных. У нее в квартире установка, и они наводят на нее, как облучают ее. Грей, тебе не кажется, что это перебор уже с рептилоидом, а? Может, вам сейчас эту установку установить в биополе и включить ее на полную мощность? Я посмотрю, как вас разорвет через 5 секунд. Вы что, вообще уже там с ума сошли или что? Они как руководят ей с этой установки. Я сегодня сожгу все установки ваши, Грей, за то, что ты не вышел сейчас по моему требованию. Я тебя накажу. Он у нее не находится, потому и не вышел. А ты связан с ее энергетикой? Если бы ты не был связан, я бы тебя не притянул. В принципе, нет. Что значит, он связан с рептилоидом и со своей установкой. Но так как между ними вот этот разряд от их установки получается. Хорошо, где это электричество? Оно находится в ее биополе сейчас, да? Нет, электричество, да. Установка в квартире. Хорошо, я даю команду. Сейчас включаю внутренний белый свет. И Лариса начинает из себя выдавливать все, что осталось в ее биополе. На частоте рептилоида и в игре, все их энергии, все их подключки. Все, что чужеродное в ее биополе, и на чистоте инкуба начинает выходить, разрезаются все веревки. 1, 2, 3. Все выходит, начинает наматываться в шар перед Ларисой. Энергии выходят. Лариса выдавливает все энергии. Патогенные энергии инкуба, патогенные энергии рептилоида, греев и этого электричества, которое на нее воздействие было оказано. Ну, вот от рептилоидов, как шаровая молния собралась от нее. Вот как рептилоид. А как ты думаешь, что сейчас будет, если я кому-то из вас эту шаровую молнию засуну в рот? Он говорит, что это очень высокие вибрации. А почему ты думаешь, что они для нас хороши? Как насчет закона кармы? Насчет ответственности за свои поступки, а? Рептилоид? Ничего личного, сбор энергии. Но я говорю ничего личного. Просто возвращаю вам то, что вы вернули ей. Как такой вариант? Не нравится? Вы боль человеку доставляли. Как же ты поймешь, как же твоя осознанность поднимется, если ты не прочувствуешь на себе этого всего, рептилоид? Что нельзя так делать и ничего личного. И я даю команду, значит, 3, делаю из этой энергии, из этого шара купол. И купол одевается на рептилоида и на Грея. 1, 2, 3. Да будет так. Включая купол. Он говорит, что это высокие вибрации, мы выдерживаем их. Усиливаю. Высокие вибрации в 2 раза. Я найду сейчас твою больную точку, рептилоид.
Два раза неприятно уже. Ну, а представь себе, что если я сделаю, если я в 20 сделаю сейчас. Грей точно не выдержит. Убираю эту оболочку, потому что я не такая сволочь, как вы. Я не делаю экспериментов над теми, в ком есть жизнь, а вы делаете. Я просто наказываю таких, как вы. Я тебе сейчас показал, как нельзя поступать. Вот как оно на себе ощущается. А теперь представь, что я бы включил действительно в 20 или в 200 раз больше. Вас бы просто разнесло. Вы переходите границы, рептилоид с Греем. Вы переходите границы. Вы направляете установки на человека. Это вообще уже какой-то беспредел. Я не знаю, надо будет спросить у межгалактической полиции, что с вами делать. Может, вас на перевоспитание отправить? Пару десятков лет. Я даю команду, этот шар, эта сфера снимая с них сейчас из этой энергии. 1, 2, 3, она выводится за пределы этой клетки. Да, выше. Открывается портал в галактическое ядро, эта энергия улетает в галактическое ядро на переработку. Хорошо, вышли эти ноги, были связаны, нити. Вот. Да, вышли. Открывается под ним портал в галактическое ядро, это все улетает в галактическое ядро на переработку. Инку получает удар, 150 тысяч герц удар. За то, что вошел в это биополе, после того, как мы его чистили. Ну, получил удар, порычал. Когда ты зашел, паразит, в это биополе? Сущность? 2 месяца. 2 месяца. Через портал пришел или где ты подскочил? Да, Ваня. Хорошо. Так, мы все вывели из ее биополя. Она чистая сейчас. Включаем сканер на проверку. Да, чистая. Хорошо. Так, инкуб уходит сейчас, открывая внизу портал. Против часовой стрелки на частоту инкуба. 1, 2, 3. Он улетает туда, забирает все, что с собой принес. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Ставя огненную пентаграмму. Рептилоид и Грей, я сегодня буду сжигать все, что я найду от вас. Все. Ничего не хотят сказать? Хорошо. И открывая... Не переглядываются, говорят, что это вандализм. Это вандализм. А как называется то, что ты делал над человеком? Твой эксперимент, как он называется? Это не вандализм? Ты знаешь, я тебе могу показать, что такое вандализм. Сжечь тарелку сейчас Грея прямо на твоих глазах. Одним словом. Или сжечь твою защиту, или уменьшить тебя в 3 раза. Вот это будет наверняка вандализм. У него нет тарелки. У него нет, а у Грея есть. И он будет очень долго добираться до своего корабля. И открывая наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида 1, 2, 3, вышвыривая его туда, закрывая, печатая, растворяй. Открывается второй портал на частоте Грея, вышвыривая Грея туда, закрывая, печатая, растворяй. У них установка дома. Не имеет значения, я ее сожгу там на месте. Ушли они, Вера? Да. Отлично. Клетка пустая? Да. Отлично. Давай теперь заправим энергию Ларисы. Посмотри, пожалуйста, сколько ей нужно энергии, какая частота вибраций. 350 и 27. И на счет 3 в макушку головы Лариса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Лариса, как вы себя чувствуете? Лучше, но пока не поняла. Не прочувствовала до конца энергии. Хорошо, она заправлена сейчас полностью, да, Вера? Да, боль ушла. Отлично, хорошо. Надо время на это. Сейчас надо все убрать из вашей квартиры. Сейчас будем вас возвращать и будем чистить квартиру. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее от этих энергий фантом остался на физическом теле. И я даю команду, этот фантом сейчас, значит, 3 вот этих электрических энергий выходит, зависает рядом. Готово. Открывается под ним портал в галактическое ядро, и он уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, она подключилась? Да. Хорошо, отключайся сейчас от Ларисы и на счет 3 переносись к ее квартире, входной двери. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Я здесь. И на счет 3 входишь в квартиру,
И на счет три я даю команду по всему периметру квартиры. Клетка остановилась. Хорошо. Кто у нас в клетке? Арахноид. Арахноид. Дальше. Бес. Угу. Дальше. Притянулся Грей, рептилоид. Еще эти же? Но у них установки здесь, да. Значит, они связаны с этой квартирой таки, да? Ну, они 10 раз сказали, у них там установки. Хорошо, значит, будем сжигать установки на их глазах. Как им такой вариант? Две воронки. Хорошо. Еще? Да. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. Эти воронки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Так, арахноид, выходишь сейчас, собирай всю свою паутину. Если наследство есть, все собирай, ничего не забывай. И докладывай о готовности к проверке. Я буду проверять. Тот, кто проверку не пройдет, сожгу. У него по потолку везде паутина. По всей квартире, да? Везде, по всей квартире. Арахноид, а зачем ты по всей квартире эту паутину развесил? Что ты собирал? Энергии собирал. А что там, так много энергии? Много разной энергии. Какой, много например? Людей живут разных. А, в этом плане. Много эмоций. Эмоции. Вот ключевое слово. Лариса, услышьте его. Называется... Несовместимость большая. С кем большая? У них между собой несовместимость. У этих людей или у кого? Людей. Все разные. И поэтому ты можешь получать эту энергию раздражения, да? Наверное, скорее всего. Много разной энергии. Хорошо, собирай все. Считай цифры у беса над головой. 7. Хорошо. Бес как долго? Готов. Готов, да. Арахноид, сколько ты находился в этой квартире? 3 года находился. Бес, сколько ты находишься в этой квартире? 1 год. Через портал пришел? Через портал. Хорошо, Грей выходит сейчас, собирает все, что они оставили, докладывает о готовности к проверке. У них трубы и шар, который они наводят. А, так это они шар наводили, да? Да. Они как всасывать энергию могут, так и вот выпускать вот эти вибрации на людей. А Грей, наверное, не знает, сколько мы уже таких шаров поуничтожали, а? Он знает, что отпускаем. Это верно. Про уничтожение не слышал. Это верно, мы отпускаем. Но это еще не факт, что я отпускаю с инструментами, которыми вы человека пытали. Он говорит, что она единственная в этой квартире, у кого повышенные вибрации. И мы пытались ей повысить еще больше, чтобы вырабатывать с ней больше энергии. Хорошо. Они собрались. Собрали, все хорошо. Ладно, я вас сейчас отпускаю. Больше вы никогда в эту квартиру не приходите. Она для вас закрыта. Все понятно? Рептилоид Грей. Открывается наверху против часовой стрелки 2 портала. Один на чистоте рептилоида, второй на чистоте Грея. И они забирают все, что они с собой принесли, уходят на свою чистоту. Закрывая 1 портал, закрывая 2 портал. Так, арахноид все собрал? Давно. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. Арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Бес, выходи сейчас, собирай все, что ты оставил в этом доме и показывай мне сразу портал, где находится. Сначала много одеялок у него. Много? Да, давай одеялки собирай. Он показывает на дверь входную. Между 2 дверьми портал. Да ты что? Хорошо. И по всему периметру этого места открывается внизу воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Засасывается и фантом этого портала. Все уходит на переработку, чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Стена, ванна, туалет, стена. В обоих комнатах стена – это портал. Понятно. И по всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро и засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Пошли дальше. Балкон. Входная дверь или весь балкон? Нет, стена в балконе. Стена балкона. И по всему периметру этой стены... балкону. Открывается внизу воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит
И фантом этого портала, и все наночастицы портала, все на переработку, закрывай, печатай, растворяй. Он сказал, что это новый портал. А как он открылся, без? Его люди открыли как-то, или он случайно открылся, или это... Объясни. Энергии скапливались, тогда сбивались. Вот как. То есть эти энергии... Негативные... Хорошо. Ну вот за эту подсказку я тебе соберу после этого весь негатив в этой квартире и отдам тебе в дорогу. Здесь спальня. Да. И большой шкаф старый. Портал? Тоже портал. В шкафу. Там не зеркало стоит? Нет. Хорошо. И под этим шкафом внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит на переработку фантом этого портала. Все в... на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Слегка говорит, что это самый надежный портал. Был. Хорошо. Кухня. Что в кухне? Здесь умывальник. Вот этот угол тоже портал. Хорошо. По всему периметру этого угла внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним частицы этого портала уходят. Все на переработку. Фантом портала выходит и улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Посмотри, сколько порталов. Там проходняк был. Кто? Хорошо. Что-то еще осталось из порталов, без? Порталами закончили. Хорошо. Давай, собирай все свои одеялки сейчас. Комочки, которые ты раскидал. Там животных нет в квартире? Был, да, сплыл. Сейчас нету? Нет. Хорошо. Слишком давящие здесь энергии для животных? Таких маленьких. А они не выживают там, ты хочешь сказать, да? В рудках и мухи. Понятно. Все собрал. Так, без. Ты, Верочка, поднимись над квартирой. 1, 2, 3. И просканируй сейчас ее ручным сканером Плеяд. На наличие чужеродного в этом доме на чистоте арахноида, беса, грея и рептилоидов. Если что-то еще осталось, загораются ярко-красные маячки. Остались энергии. Хорошо. Все, давай тогда сделаем следующее. Я как понимаю, бесу не нужны космические энергии, да? Нет, можешь их себе взять. Мне они тоже не нужны. У меня своей энергии достаточно. Мы сделаем просто 2 шара. И я даю команду на счет 3. Энергия разделяется и делится по частотам. Космические частоты уходят в 1 шар. Низковибрационная энергия, человеческая низковибрационная энергия уходит в 2 шар. Да, будет так, а так и есть. Готов. Отлично. И... открываем под космическим шаром космической энергии портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. И 2-й шар. Без, забираешь? Большой шар, Вера? Да, большой шар. Отправляй бесу. Зарядился. Хорошо. Все, ты готов уходить? Больше в эту квартиру... Мы сейчас все будем закрывать здесь. Больше сюда не приходим. Я бы сам столько не собрал. Ну вот, я тебе об этом и говорю. С нами важно кооперировать. Хорошо, готов уходить? Готов. И открывается, значит, 3. Внизу портал на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Под клеткой тюрьмы открывается портал в галактическое ядро. Она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Вера, мы закончили? Ничего не забыли? Закончили. И на счет 3 переносимся к входной двери. 1, 2, 3. Да, здесь. И отключайся от квартиры и переноси свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.